ама сана улам бая 14 лет. Монголия, Цаханский аймак, самая млядская школа, 9-й класс. На поэтический международный конкурс юных чтецов. Живая классика, 2023 год. Михаил Юрьевич Лермонтов. Стих Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были сладкие боевые, да говорят, все какие. Недаром помнится Россия, братин, братина. Да, были люди наши время, не то, что нынешнее племя. Богатыри, Неви, плохая им досталась стоя. Немногие вернулись с боя, не путно-то господная воля и отдали Москвы. Мы долго моча оступали, досадно было боя и ждали, ворчали старики. Что ж мы на зимней квартире, не смеют, что ли, командиры, чужие звали мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле, построили хритут. У наших ушка на макушке чуть утро осветило пушки. И леса синие верхушки, французы тут как тут. Зови зарядя пушку туго, и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусю, что тут хитры пошел к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим и головою за родину свою. Два дня мы видели встречи, что толку в этой бестельке. Мы ждали третий день. Повсюду стали стежные речи, пора добраться до картичи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Приел взрыв явно фета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тех признать было к открытии, кто кибер чистит без избития, кто ждет точит борча сердито, кусает и не ус. И только небо засветилось, совершенно вдруг зашевелись. Сверкнул за строем строй. Полковник наш Райзен был ватом. Слуга, царю, отец солдатом. Дожал его сражен кулатом. Он спит слуга царю. И молвит он сверкнул отчаянно. Ребята, не Москва за нами. Умрем-то под Москвой, как наши братья умирали. И умерите, мы обещали. И клятвы веры стержали. Мы бородинский бой. Спасибо за внимание.